Опа! Веселимся! Всем привет! С вами опять очередной, но самый настоящий ёбнутый прайд! Всем привет! И сегодня мы будем, наконец-то, вот давайте вот ее тоже добивать все по чуть-чуть. Чё мы на этот Sirius M4? Хайпануть не хайпанули, ладно, пусть будет плюс одно видос на канале нашем. Вот я бы что-то зашел, кстати, статистику. 86% моих зрителей на меня не подписаны. Вы чё, суки, охуели, блядь? Нахуй вы тогда смотрите, если вы не подписываетесь, блядь? Если вы вообще делаете так, что канал закладки, там, лазите новое, смотрите, уходите, не подписавшись, вы вообще охуели, блядь. Я вас по-другому назвать не могу, а нехуй с вами любезничать, блядь. Я ко всем зрителям с душой, ко мне жопой. Ну и пошли вы нахуй, блядь, такие, сука. Мои, кто подписаны, ставят лайки, прям, ну или не лайки, ну, по объективу ценят. Судя там тоже нормально. Вот вы красавчики, мне вообще без разницы. То есть вы молодцы, у вас это мнение объективно, вы подписаны, цените мой труд. А те, кто, блядь, крысят чуток, сука, подонки. Ладно, давай продолжить. Посмотрим, на чем мы там остановились, ёб твою мать. На охоте. Пока мы там сидели, блядь, кайфовали, этот мудила уже на охоту прибежал. Нихуя себе. Сейчас посмотрим, каких оленей он там наловил. Опа. А так на чем мы остановились, что нам делать? Нихуя не понял. Как этот блокнот, журнал? Пройди через сеть и ищите выход D5. Блять, так я тут остановился, я не знал, что делать. Ладно, давайте я на паузу разберусь сейчас по-быстренькому. Так, короче, судя по логике игры, нам вот сюда. Exit D5. Давайте я вам покажу на карте, где это. Это вот сюда нам надо, видимо. Ну, пошли. Ну, мало ли кто смотрит мой вот этот ролик, как прохождение, как найти, куда надо идти. Вот я вам показываю, вот сюда нам надо. И на карте показал, все, куда же мы пришли. Так, интересно. Так, о, опять там проститутка. Короче, нам надо за компьютер, а где он? По-любому туда. Вот, Exit D5, пошли сюда. Ясаги, я уже привыкну. Будем уже заранее готовиться, что этот олень любит выбивать ноги со своих рогов. Вот, смотри, мы тут не были. Как мы могли тут себя пропустить? Ой, барахло какое. Давай заберем все. Мало ли, Равшан там на рынке нормальную цену предложит. Так, давай, отправляемся. Юнион почта. На почту нам, значит, надо. Ладно, хотя бы новые у нас будут сейчас всякие эти задания, локации. Это ж хорошо. Зачем нам ругаться, деревья всякие. Оу, сколько всего. Столько всего не видели, давно не играли в эту игру. Опять, блять. Ну давай! Хакери уже быстрее этот Юнион почта. Хочу уже свою посылку ебаную с этого Гонконга забрать. Ножницы, блять, китайские заказывал, не пришли. Кофе. Вот это первым делом. А зачем у нас, блять, полное здоровье? Ладно, кофе так, зачем пить его по нужде? Надо пить его просто охлебать за место воздуха, за место воды. Давайте. Я заряд бодрях словил! Все нормально! Сейчас все монстры просто будут охуевать от нашей энергетики. Давай, берем еще один порошок кофе, чтобы на случай, если у нас это закончится. О, смотри, там все дают. Нас всем одаривают. Я говорил, что каждая локация нам дарит подарки. Это очень хорошо, давай здесь. Нихуя ты, блядь. На всякий случай тоже пригодится. Мало ли, одно сохранение меня нахуй пошлет. Ну, второе точно нет. Давай. Что ж у нас здесь? Что ты такое увидел? Точка резонанса, смотри. А я вообще туда иду, я не хочу идти по главной. Я хочу так разбежаться там, по сторонам походить, посмотреть, что здесь есть. А, смотри, чтобы я пропустил. Зеркальце. А сколько у нас всего? Да почему ты не показываешь? Ну как хочешь. Пошел ты так в пизду после вот этого главы. На седьмой главе. Будем, короче, апгрейдиться на новых главах. Это будет более рассудительно и нормально. Давай, что у нас с тобой? Открыть. Ой, блядь, конечно, похуй на трупак, давай ящиках поковыряемся. Давай, Т. Т, Р, Ф, Г. Как? Ой, позабывался, блядь. Ф, Г, А, Э, Т, Р, С. Блядь. Я сейчас какого-нибудь Бельзевуба призову, блядь. А! Какие кнопки, блядь? Кью, Е, Т. Пнуть с ноги, поеблу его нахуй. Снять противогаз. Взять на него кредит, если у него имеется паспорт. Что сделать? Блять, я хочу посмотреть, что с ним случилось. Т, Р. Как? Да, блять. А, он достал ее. А ты чё, блять? Нет, не дробовик нам. Т, Y.
Ай, блядь, да вообще всегда надо заходить в параметры управления. Где эта рация, нахуй? Геймпад, это не то. Назначение, вот. Так. Коммуникатор это G. Так я нажимал же. G. Да вы чё, вы сейчас ты нажал? О, склад, это хорошо. Давай. Блядь, убежище только. Чёрт. Я не чувствую свой писюн. Я засунул его зачем-то в сканер. Хотел сделать вам классное фото, отправить его. Но мне его прижгло. Я умираю. Помоги, позовите врача. Блядь. Я больше не буду пихать свой писюн в факс. Пожалуйста, помогите. Мой писюн самый ценный жизни, что у меня есть. Я не могу так больше. Позвоните моей маме, скажите, что зря она меня родила мальчиком. У девочек хотя бы ничего не болтается. А вот правильно. Тише едешь, дальше будешь. А любопытные варвари на базаре ебало разорвали. Так, пошли. Так, оп, а мы на улке уже тем временем. Хорошо. Театр, где он? Опять этот камера, глазик этот. Театр, а где театр ты увидел? Ну ладно, где-нибудь увидим. Так, по старой схеме, что мы ели? Правильно, боялись всех и все. Давай так же. Ой, опять та бабка, блядь. Я уж чуть позабыл, как она выглядит. Но она страшная, давай свет выключим. Так. У нас ничего нет, кроме дробовика, да ведь? Конечно, блядь, размечтался ему. Давай целую амуницию ему, чтоб сражался тут совсем. Конечно, конечно, конечно. Так, с голыми ручками побегаешь. Быстрее бежать будешь, ворона. Предскажи будущее. А, съебалась от меня, конечно. Кому может быть интересна моя судьба? Полезли. Сейчас быстро прошарим, что здесь выделяется особо. Ой, что-то нашел. Трупак какой-то интересный. Давай посмотрим. Ты кто есть? О, классно! 500! Так, а тут что есть? Круто! Еще. Так, давай открываем. Так, пароли. Конечно, блядь! Были бы они для тебя открыты, умника тупоголового! Что за звуки? Ты что-то активировал? Плохо. А где театр? А заправку вижу только для дальнобойщиков, которых геморрой. Там подушки такие же продают. А, вот он театр. А можно как с Dark Souls сверху прыгнуть, блядь, и все, пиздец. Нет, давай прыгаем, спуститься. Оп, паркур дело хорошее, не надо будет искать лестницы. Так, ну, о, цветочки дома посадим. Бабушка не будет ругаться, что мы куда-то съебались и к обеду не вернулись. Так, ага, вот и театр, ну пошли в театр. Может, хоть пьесу Достоевского-то посмотрим? Ой, блядь, это нихуя не Достоевский. Это даже на Пушкина не потянет. А что это тогда за уродство? Вот, блядь, докатились. Вот, дожили. Искусство по пизде пошло. А вот вход, да? Ебать, столбняк вылез. Что это такое? Ой, блядь, мне это не надо. Меня это не интересует, ребята. Так что давайте без меня как-нибудь. И оценивать тоже кого-нибудь другого позовите. Так, полезли забраться. Так, что у нас тут? Опять это белобрысая, что ли? Вот пидораска, блядь. А куда нам? Вы чё, весь пол сломали? Вам не нужны деньги за билеты, что ли? Вы чё, блядь, так делаете? Как мне туда залезать-то? Как? Смотрите театр. Я как-то потом туда залезу, блядь, дебил. Блядь, ни в чём не умеет. Это суки, блядь, заползти. Ай, блядь. Ну давай на корточках. По старой схеме всё сделаем. Стрелять в него не буду. Здоровье у него как у индийского слона. А у меня здоровье как у мопсика. А мопсика прижать раз стоит. Просто ногой наступил, умер. Так, вставать тоже будешь. А, там что-то лежит. А, моя клептомания меня сейчас подведет. Сука. А, не хочу, не хочу. А, хочу. А, не хочу. Но надо. Моя внутренняя чуйка говорит. А, еще одна, вы что, ёбнулись? Я ж хочу. Я хочу. Поделись. У-ху-ху. Крякает, блядь, стоит. Меня когда-нибудь это погубит. Не может, а уж сейчас прям. А можно паркур через забор? Ну-ка, давай проверим. Я не хочу вставать, она меня услышит. Единственное, что ее не занимать, это слуха. Сука, вот сука. Какая она... Смотри, она просто уже по поводу бес шухерит там. Так, давай, можно залезть? А, нельзя! А как бы я с нее съебался? Оп, давай. Как? Алло, блядь. Сука, она уже там на шухере стоит. Встаем. С ножиками ходит, смотри. А может, бутылка у нас есть?
Есть одна! Ничего себе! Хоть что-то да у нас да есть. Давай, как кидать? Правую, точно. Давай самый угол, давай! А мы тем временем паркурим. Приседаем. И идем. Эти что, вообще по барабану, что ли? Я бутылку туда ж кинул. Эй, женщина, не надо со мной так! Я понимаю, что вы самые хитрые существа на свете. Но вы еще и белобрысые с ножами, блядь. А мне это никуда не надо. Я понимаю, у тебя хорошая задница, но я не хочу ее так близко рассматривать. Иди, я тебе бутылку швырнул! Это бурбон! За 2000 рубасов. Мое! Я хочу это взять! Дай. Ой, нет, не паркур! Не надо! Плохо обернется. Хорошо. Еще одна, блядь, сколько всего раскидали, суки. Прям как будто знали, что брать придет. Да пошел ты нахуй. У меня тут это, какая-то шкатулочка. Ага. А у меня проблемы с этими, с законом, блядь, будут. С такими-то клептоманскими наклонностями. А кого тут проблемы-то? У меня, что-то есть, давай. Да, что, вставать надо? Так, вот там. А как туда попаду? Убери. Можно открыть? Нельзя! И как мне туда идти? Пошли, пошла ты нахуй, я пешком пойду. Чё у нас? Мы тоже как бы с ногами родились, поэтому можем спокойно идти ногами. Ёб твою мать, их две подружки-шлюшки! Приседаем. Ай, блядь, садили меня нахуй. О, блядь, я не знаю. Окружили, блядь. Женский толчок как будто зашел. Блядь, сейчас все время видео так и просижу, письки пропинаю, нормально. Идет, шо. Я и так тише воды ниже травы. Через окна. Хуярит до нас ногами своими, блядь, кривыми женскими. Так, тихо, заткни ебло свое. Ебало, главное, все, закрой нахуй, пожалуйста. Главное, мне тут не надо ничего. Блядь, тихо. Тихо, женщина, блядь. Иди уебись, стену сдохни. Хоть что-нибудь да сделай во вред себе, блядь. Чё ты мне-то угрожаешь? Быстрее ползи, блядь! Баранья, ты жадница! Ой-ой-ой! Она идет! За мной, нахуй! Нахуй! Хоть я и не смогу потом спать из-за того, что я там что-то не собрал. Ну да ладно. Мы тише травы ниже воды. У меня пульс, наверное, как у кошки беременной. Еще. Да вы заебали. Хуя тут. Что это за бухта ночных бабочек, блядь? Давай пешком пойдем. Вроде оторвались от всей этой хуйни. Так, что мне там кричит, говорит? Вот там что-то. Ну-ка давай. 19 метров? Да ку... я видел! Блять, ну давай. Я иду прямо по лезвию ножа, если она мне ёбнет, мне берется за... Она близко кряхает там! Как я это сделаю? Она мне чуть-чуть пальнёт, смотри, сверху глазок-то меня выискивает мою белую задницу. Ну пошире, через главную улицу обойдем как-нибудь. Как-нибудь это сделаем. Брать же всегда выживал, и не в том дерьме купался. Поэтому... Это что за хуйня? Бежим, блядь! Да белобрыса! Беги нахуй! Ёб твою мать, да меня жует! Сука! Блядь! Блядь, цветы нахуй мне не нужны! Беги, ради бога! Тут что-то беги, обдумать! Блядь, паркур! Конечно, блядь! О, нихуя она меня воткнула прям туда. Нихуя себе, ничего мне. Мужик, мне помоги, сука! Давай к мужику, он нас защитит. Негр, я понимаю, что ты вооружен. Бежим. Она съебалась. Негр, ты меня спас дистанционно, я тебе благодарен. Я тебя обязан спасти. Давай, я тебя сейчас спасу, сука. За то, что ты меня спас от этой гниды ебаной, я тебя спасу. Так, где вы нахуй? Подходи! Я раз! Я, этот друг меня спас! Ой, пидорас. Ой, блядь, еще передерни. Негр, сейчас меня снова спасать придется, блядь. Думай головой своей. Ай, блядь.
На нахуй! Так тебе лучше жить с собой! Суки, блять, паскуды! А как лечиться, ХП? А хуй там! Я спасу своего друга, блять! Во что бы там ни не стоило, нахуй! Ой, мне это обошлось до хуя патронов. И что делать? У меня есть этот! Вот эта хуйня какая-то! А как лечиться? А, ничего нет! А, есть! Давай это! Как? 9! Да я понимаю, что у тебя тут проблемы! Да нихуя их тут! У меня одна стрела, блядь! Ничего, если я сразу прикончить! 9-0! А! Лечиться! Вот, давай! Да лечись ты, блядь, живой! Ты куда его выкинул? В натуре, что ли, выкинул? Ой, блядь, подожди! Нет, не надо так! Блядь, я к тебе, нахуй! Я к тебе, пацанчик! Почему нельзя? О, взять! Это что ты там собираться собрал? Блядь! Ладно, берем, что есть. У меня нет времени. Ой, блядь, туда дебил, сука. Что за звуки? Да отстань ты нахуй. Ой, блядь, проебался. Так, ладно, вторая попыточка. Так, блядь, я, сука, привык в Dark Souls, нахуй. Что я прав, камыши отпускать? Ой, меня за жопу цапнули, блядь. Да что я сделал? У меня ни патронов, ни пизды. Короче, начинаем заново. Негр этот, сука, подождет, тупорылая залупа эта. Мы пока сделаем себе патроны. Нахуй надо, блядь. И делать патроны мы будем на... А на что? Блядь, это опять-то больная. Ой! Блядь! Куда мы бежали в прошлый раз? Сука, я не помню. Я не помню, куда мы бегали. Ты куда меня, блядь, засунул? Да блять! Ой, ебать, ты меня отодвинула нахуй. Да, дай этому кусту красному пизды. Меня не трогайте. Ой, их две, сука. Давай, один на один. Я пошутил. Так. Да куда бежать-то, блять? А, я вспомнил. Вон туда нам надо. Да беги ты, блять. Вот точно сюда. Давай, блять. Он делает один рывок раз в 500 лет. Давай, ВЕ. Давай, ебашь меня. Но! Как в прошлый раз. Как в прошлый раз, F-топтать. Да сука. Да ебашь меня в нее. Да блять. Ладно. Нихуя на меня кинула, как мусор, блять. На меня выкинула просто как кусок говна. Я не знаю, блять. Мне надо попасть к этому негру. У меня уже с этим проблемы. А мне он нужен. Я обязан ему помочь. Я обязан это сделать. Почему, спросите вы? Он меня спас. Хоть и единожды, но спас, блядь. А, вот. Сука, как сложно, блядь. Ну, конечно. Давай, вот, точно. Ага, хуй там, какая-то лестница, блядь. Как она это сделала? Давай, ебашь. Да отстаньте вы. А где эта женщина? Она меня покинула. Ладно, пусть шароебится там. Блядь, вы меня не бесите, нахуй. Как дробовик? Да, пошли в пизду. Так, что это? Открыть. Открываем. А, хуй там, анимация, я бессмертен. Вот, точно, вот так можно попасть. Если бы я первый раз так сделал, мужчина, меня бы ничто не обязывало, понятно. Только я тут новых запустил, извини. Да я вижу тебя, блядь. Я уже успел тут сдохнуть из-за тебя, гандон. Полезли. О, красавчик, полезли. Сверху будем. Так. Через бочки сейчас будем их ебашить всех. Нет, давай кустарное изготовление. Как? На, Q, E. Ой, дебил, блядь, залезь. Да залезь! Меня бесит этот ебаный Джонсон Стэтхэм, блядь, или как его? Как? G, H, X, Z, C, B, E, V, блядь. Ну, я опять спустился. Ебаный ты карлик. О, патрончики же для... А, дробовика. Ладно, пойдет и дробовик. Давай, берем дробовик, помогаем ему. Раз. Я, блядь, быстро как могу, нахуй. Да, блядь, тут уклониться даже нельзя. Мой пизда мне. Сейчас опять пришибут меня, нахуй. Рот все закрой, стреляй. Да, блядь, залазь. Ну, сука, конечно. Залазит, блядь, прям спортсмен олимпийской сборной, залазь. Перезаряжаем. Стреляй! Почему вы все на меня?
Вы чё, свою первоначальную цель потеряли, что ли? На, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. И стрелять-то ведь нечем, нахуй. А, есть чем! Давай с этим их шмальнем. Так, на левую отпускать, запомним. Так, она нас потеряла, это хорошо. И где она? Где она сейчас? Вон она! Давай мы ёбнем. Да помогай. Ой, я, блядь, друга шмальну. О, блядь, понюхай говна. Ой, я его отравил, что ли, блядь. Так как? Подожди, нахуй, негр. Подожди, негр не люди, нахуй. Управление. Назначение клавиш. Как? Как сделать кустарное изготовление? Меню инвентаря, средняя кнопка мыши. Ага. То есть я на нее нажимал, всем было похуй, да? Понятно, блядь. Давай, средняя кнопка мыши, так средняя кнопка мыши. Давай, оп. Точно, кустарная. Так давай патрончиков себе налепим. Вот, точно, пистолетные. Давай, делаем сколько? Много нам надо. Много. Всего-то 6 штук, блядь. Давай, ладно. Раз. И все. Гарпунный болт давай. Две штуки, ладно, давай. Два. Так. И... Быстрее берем оружие, пистолет перезаряжаем. Живи, 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 сука. Все, выжил, молодец. Нет, она живет. Все, я тебе помог. С тебя теперь еще 100 рублей за то, что, блядь, у меня проблемы тут. О, блядь. Да у меня патронов столько нет, блядь. Почему дополнительное задание так тебя обязывают? 0, 9. Как лечиться? Вот, есть же у меня 8. Точно, полечились. Так, негр, живи. Я буду их скидывать оттуда, давай. Пусть они ползут к тебе, я их буду ваншотики давать. Ползет один, раз. Упала гандониха. Давай, стреляй, стреляй. Сейчас мы всех этих придурков отшлепаем. Давай, давай, работаем вместе, негр. Ой, блядь. Негр, теперь твоя помощь мне нужна. Возьми меня к себе, блядь. Я их буду скидывать оттуда. Мне чем драться, а? Ты ебаный, ты негр. А-а-а! Помогай, негр. Негритянок, блядь, своих ебать потом будешь. Помогай! Стреляй, убивай, гаси их нахуй. Я тебе чё, наживка, что ли? Эта шлюха даже не бегает. У меня нет ничего. О, есть что-то. Но это говно, блядь. Все, собираю по дороге, конечно, блядь. Да мне пизда, блядь. Там, сука! На паузу, блядь, помогу этому пидору грязному негру, черножопой обезьяне, блядь, с планеты НАЗА, блядь, который сидит в своей луже, нахуй, грязный, блядь, ест всякий навоз, блядь. А вот у него проблемы вечные, нахуй. То с болезнями, то с желудком, то с головой, блядь, то с писюном, то с какими-то неграми, блядь, дополнительными, которые пришли ему ебало просто поломать, нахуй. Дайте пауза. О, мы почти справились, сука. Надо было просто обшмонать одного на улице, потом сделать себе патроны для дробовика, потом нашли бы еще для дробовика, для патронов тут тоже везде повалялось чуть-чуть. Потом мы использовали бочку, она здесь нужна, никогда ее не игнорируйте, она здесь по-любому нужна. И все, в принципе. Да, убили? Убил? Молодец, все, слазь. Ну, слазь, все, мои красавчики. Шприцы тоже надо обязательно сделать. Сложно, но всего тут впритык. Мы справились. Так. Ты мой спаситель. Конечно, ты мой. Спасибо за тот первый раз. Хотя потом я узнал, что, блядь, можно через дверь зайти. Блядь, короче. Сука. Ты что сделаешь тут? Я ненавижу это правительство. Оно меня сюда засунуло. Пошли дома побазарим. Давай, сейчас приду. Так, возьму. Да подожди ты, блядь. Дай бутылку эту Несквика возьму. Дома подкрепиться-то будет чем? Ой, что ты так ходишь? Давай, побежали. Это он тут живет, да, красавчик? Все, плюс одна хата у нас. Ляп, как у себя дома, ничего страшного. Пацаны понимают своих. Так, давай лечимся. Оп. Все, у нас больше нечего. Давай, заходим. Так, заходи, только шмотки свои не раздевайся тут. Короче, спасибо, что помог тебе еще раз, я по ним там не вывез. Короче, будем знакомы. Блять, как я ненавижу это ебаное правительство. Что такое случилось? Да меня засунули в какую-то ванну, говорят, обмойся хотя бы, может, ты перестанешь быть негром. Ну я такой, блять, ну ничего страшного, блядь, там на районе пиздить не будет больше. То есть ты, короче, залез в ту ванну? Да-да. Я, блядь, туда залез и куда-то улетел, блядь. Это просто предательство века. Да, со мной то же самое случилось, поэтому я здесь. Я еще вообще свою дочь, понимаешь? Ее какой-то педофил ебаный сбил. Стой, подожди.
Твоя дочь, она же ядро, как ты можешь ее найти? Блять, она была человеком. Блять, ну была человеком, она тоже когда-то был человеком. Возможно, даже не черным. Но теперь посмотри на меня. Меня чуть не сожрали и не уменьшили мою численность. Так, мне очень понравился этот молодой человек. Давайте кофе попьем. Да приступим ко второй фазе нашего прекрасного диалога. Так. Буль-буль-буль-буль-буль. Не обессудь, что ты этот порошок твой потратил, блять, на себя. Как этот старый гондон любит кофе, я не могу. Я даже его так не пью. Я его вообще не пью. У него... Ой, у меня от него давление. Так, давай еще. О, нихуя себе, сколько тут. Давай тут откроем. Ах, все, закрыл от меня, сука. По-любому там серебряные... Ах ты, сука. Я же говорю, по-любому там серебряные ложки, блядь, спрятал. О, вот это хорошо. Так, давай общаться. Короче, и давай будем вместе друзьями, я тебе буду помогать, ты мне. Короче, мне надо заново зайти в сеть и запустить там сервер. Это легко, но мне там жопу надерут, понимаешь? Это вот там вот находится, это вот так по коридору и вот туда, понимаешь? Погоди. То есть мне опять придется идти через эти тоннели, блядь, через компьютеры, леса. Ну а другого выхода есть, что ты хочешь? Хочешь в театр, блядь, иди пиздуй. Да, блядь, я видел этот театр. Да там даже никого не пускают, ты видел? Я думал, там Пушкин будет какой-нибудь. А хуй там они Пушкин, блядь, какие-то уродства показывают. Слушай, это, а вообще съебаться отсюда можно с дочерью или без похуй? Ну, блядь, я не знаю вообще. Возможно, мы тут билетом в один конец. Ну, понимаешь? Мы тут все отрезаны от сети. Мы тут не имеем связи ни с чем. Если мы сдохнем, мы сдохнем. И напишут все, что мы просто куда-то ушли, блядь, обедать. То есть, понимаешь? Да, я тебя понимаю, дружище. А, то есть, это, сервер надо включить? А почему он вообще выключился? Ты там постарался, сука черная. То есть, давай ты его включишь сам, поможешь мне тем самым. Блять, ну посмотри вокруг, тут пиздец, разруха, и ебаный СССР начался заново, вторым кругом нахуй. То есть мы как совки, должны работать. Помоги мне, а я помогу тебе в твоей работе. То это вообще нормально так-то. Блять, только не смотри на то, что я черный, нахуй. Несмотря на то, что я черный, я очень хороший человек. Возможно, потому что я не был черным изначально, понимаешь, я изменился. Так, короче... Помогаешь мне или чё? Давай поможем, конечно. Мы с ним точно поладим, с этим Несквиком. Все у нас с ним будет нормально. Так, а перед тем самым давай сохранимся. Ну, сначала у него дома пошариться, отбесать. Сука! Трубка какая-то. Это единственное, что он забыл спрятать от нас. Остальное все вот в этом, блядь, ящике. Ах ты, черная залупа! Взял все от нас, спрятал, блядь. Я видел тут сохраненку. Давай сохранимся. А чё у меня в глазах-то рябит, блядь? У меня что за случилось? По голове ударили. По-любому это негр. Все они, блядь. Так. Оп. Загрузились. Или нет? 6.24. Да, блядь, да заебался уже, что сейчас будет? Традиция по два раза сохранять. Все, сохранились. Тут 3G Nokia вытаскивать. Молодец. Так, ладно. Давайте на этом тем самым серию закончим. Очень бурненько она у нас получилась. Да, блядь, что в глазах рябит? Заебало. Ставьте лайки, подписывайтесь, блядь, вы хули смотрите мои ролики, не подписавшись, блядь. Запрещено законом Российской Федерации, блядь, на моем канале, а тоже действует. До скорых встреч и пока!